Измерить давление, индекс массы тела, а также уровень холестерина и сахара в крови. Все это можно было сделать в торговом центре «Тетрис» во время профилактической акции, посвященной Всемирному дню здоровья. Здесь собрались специалисты различных медицинских учреждений. Они проводили разъяснительную работу, рассказывали петрозаводчанам, как и для чего нужно следить за уровнем холестерина, давлением и правильно питаться. Мне кажется, что народ стал более такой грамотный в области, ну, как бы, заботиться о своем здоровье, потому что, ну, есть здоровье, есть настроение хорошее, все. И вовремя, если обнаружится, что можно что-то еще поправить, чем это будет что-то запущенное. Это бесплатно, это все, консультации все эти. Поэтому я решила прямо с занятий с колонетки поехать сюда и посмотреть, какой у меня холестерин, какая у меня кровь. Это какое у меня это давление, и глазное дно посмотрела. Организаторы отмечают, что с 2015 года, со времени, когда начались подобные акции, интерес к ним возрастает. Мы, пусть небольшой процент, но наблюдаем все-таки увеличение информированности населения Республики Карелия за последние 3 года. Во время акции еще 500 жителей Петрозаводска узнали, зачем нужна двигательная активность, как избавиться от вредных привычек и правильно реагировать на стресс.